В Мангыстауской области на сегодняшний день насчитывается 36 062 многодетных матери. Из них 12 120 – обладательницы золотых и серебряных подвесок. В регионе их статус очень высок. Многодетные матери, награжденные подвесками Алтын-Алка и Кумыс-Алка, имеют право на получение жилья из государственного жилищного фонда. Материнство – это безграничное счастье и большая ответственность. В Казахстане предусмотрены пособия для матерей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей. В честь Международного женского дня в регионе ежегодно проводится концерт для представительниц прекрасного пола. Особое внимание на празднике было уделено мамам, которые внесли свой вклад в демографию страны. Самая важнейшая роль женщины в современном обществе – быть матерью, ведь именно женщина дает жизнь человеку. В этом ее уникальность. Мангистауская бизнесвумен, сегодняшняя героиня Айнур Сарбасовой, 35 лет. Она мама 6 детей. Она была награждена подвеской Кумыс-Алка. В настоящее время женщина ведет карьерный путь наряду с домашним хозяйством и воспитанием детей. Мне 35 лет. Я уроженка Мангистауской области. Замужем уже 18 лет. Нашей старшей дочери Шулпан 17 лет. Она учится в 11 классе. Она моя помощница. Сейчас готовится поступать в медицинский университет. Смотря на нашу героиню, сложно сказать, что она мать 6 детей. Первенцу сейчас 17 лет, а младшим близнецам Айлин и Адине недавно исполнился годик. Впервые Айнур стала мамой 18 лет. Говорит, это было необыкновенное чувство. Айнур вместе с супругом занимается строительством многоэтажного жилого дома в Мангистауской области. Мама умело совмещает домашние дела, воспитание детей и немаловажную роль в семейном бизнесе. Говорит, все это благодаря поддержке главы семьи. Я считаю, что у нас все хорошо благодаря моей жене. Она, можно сказать, надежный тыл. Айнур занимается детьми, воспитывает их, помогает в учебе, но и в то же время мы работаем вместе. Я являюсь директором ТОО, сейчас на декретном отпуске по уходу за двойняшками, а муж – финансовый директор в этой же компании. Сейчас я в декрете, но, несмотря на это, продолжаю работать в режиме онлайн. Молодая мама сегодня вместе с мужем также занимается благотворительностью. В этом году они планируют построить жилье для нуждающихся. Результаты в этой работе уже есть. Совсем недавно Нурлан и Айнур вручили ключи от 3-комнатной квартиры матери-одиночки. Мы решили помочь этой женщине. И на прошедшей неделе с Бибигуль Рамазан оформили квартиру на ее имя и заселили ее. Дети Айнур с гордостью отзываются о своей маме и говорят, что родители являются примером для подражания. Мама всегда находится рядом, поддерживает во всех ситуациях. При этом она все успевает на работе и занимается домашними делами. Ее работа никогда не мешала нам. Мы очень гордимся своими родителями. Айнур сегодня примерная мама, руководитель и предприниматель. Женщина, которая неустанно трудится для себя, для своих детей и для общества. Главной целью примерной пары – это воспитывать сознательное поколение и быть примером для своих детей. Мама, я поздравляю вас с праздником. Большое спасибо за ваши советы. От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем. Айдана Каримова, Мухагали Нурдаулетов, Асылбек Абикенов, телеканал ТДК-42, Мангистауская область.